Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами отправимся в путешествие в небольшой старинный город Великий Устюг. Великий Устюг – это древний город Северной России, на слиянии рек Сухоны и Юга. Сегодня Великий Устюг наиболее известен в качестве города, в котором живет Дед Мороз. Такой статус он получил из расположенного поблизости развлекательного мини-городка, который считается родиной сказочного героя. Комплекс включает в себя обширный сосновый парк, внутри которого расположены терем, мини-зоопарк, зимний сад, аттракционы и разнообразные фигуры изо льда. От входа тянется тропа сказок, которая проведет посетителей через волшебный колодец, мост Михаила Потаповича, дом лесовичка и поляну 12 месяцев. Профессиональные актеры разыгрывают представление прямо на улице. В зимнее время можно покататься на санях, лыжах и ватрушках. На территории также находится ледник с резными ледяными фигурами, в котором зимой и летом поддерживается температура минус 15 градусов. Внутри дома Деда Мороза можно увидеть большой украшенный зал с новогодней елкой, тронами Деда Мороза и Снегурочки, рабочий кабинет зимнего волшебника, библиотеку и опочивальную комнату. В центральной части города находится почта Деда Мороза. Написать письмо Деду Морозу могут как дети, так и взрослые, а счастливчики даже получат ответ на свое послание. В Великом Устюге есть музей новогодней поздравительной открытки. В коллекции музея есть открытки советского времени и необычные современные экземпляры. Среди них и самая большая новогодняя открытка. Она занимает целую стену. Также в городе есть музей новогодней рождественской игрушки. Его экспозиция посвящена важной части зимних праздников – елочным игрушкам. Погрузиться в новогоднюю атмосферу и осмотреть выставку можно в любое время года. Экспонаты музея висят на нескольких наряженных елках. По ним можно отследить историю новогодних елочных украшений. Список новогодних достопримечательностей города будет неполным без Дома моды, в котором шьются наряды для самого Деда Мороза и его помощников. Здесь есть настоящая швейная мастерская и выставочные залы. Есть город на свете, Великий Устюг, там царство морозов, пристанище вьюг. И там, среди сосен и белых берез, в бревенчатом доме живет Дед Мороз.